Привет, друзья мои хорошие, с вами спикер и FIFA 2017 года. Сегодня будет Реал Мадрид против слабой команды. Будем просто набираться уверенности и разматывать по полную команду. Хорошо, у нас белая форма пускай будет и синяя. И, конечно, нужно выбрать схему. Посмотрим, какие есть схемы. И, конечно, нужно, конечно, побольше игроков нападения. Так, у нас трое, вижу. 3-4-3. Нужно, конечно, попробовать 4. Ух ты, даже Е4 есть. Давайте 4. 4-2-4. В принципе, схема очень хорошая. И, конечно, мы ее опробуем. Это дело можно, конечно, сразу пропустить. И мы пропускаем. Oh, we've got a great game for you today. I'm Martin Tyler, Alan Smith is with me. We're both really looking forward to describing it for you. And today, it's Real Madrid against Gamba Osaka. Well, we've seen the ambitions of Gareth Bale wanting to leave the Premier League to go to Real Madrid. How they can charm even the great players to the Bernabeu and strut their stuff. Yeah, I think it's the pinnacle of any player's ambition to pull on the famous white kit. If you've got that on your CV, you've pretty much done it all. This is the Real Madrid lineup. Keylor Navas in goal. Marcelo starts with Carvajal in the fullback positions. Luka Modric starts with Toni Kroos in the centre of the park. Gareth Bale starts up front with Karim Benzema. This is the lineup. The kind of players that we expect, the kind of performances we expect from the individuals are going to make this formation work. Yeah, I mean, it can at first glance look cautious, but it just depends on the attitude of the players out there. If they've got a foothold in this game, they can get a little bit more adventurous and push on. И наш матч начинается. Ну что, друзья, Реал Мадрид против слабой команды. И уже понеслась. Хорошо, идем сразу суператаку. Идем в суператаку. Мы будем размачивать сегодня команду в прух и прах. Надеюсь, хотя бы 5-0 мы сделаем ее. Ну, конечно, нужно недооценивать соперника. Противника. Я не вижу нападения никого. Нет, вижу, парочку ребят есть. Отдаем пас, уходим на правый фланг. Резкий тормоз. Ух, нас все-таки обработали. Держим мяч. Мяч у нас, все замечательно. Пытается обработать. Хорошо, уже навес делаем. Ребята, в атаку. Ух, угловой. Хорошо, пятая минута, мы уже в атаке. И довольно будет интересно. Какая прорисовка травки. Мягкие тени присутствуют. Давай-ка быстрее уже. Мы на месте, и мы готовы уже отдать пас. Ну, давайте попробуем. Что из этого получится, сейчас узнаем. Защита сработала идеально. Все ушли в защиту, ребята. Мы просто их зажали. И, конечно, идем в атаку. Так, где нападающие? Так, отдаем пас, короткий пас им. И, походу, все-таки отобрали. Хорошо, уходим в защиту. Нужно недооценивать соперника. И уходим в защиту. Все как и положено. Что он пытается сделать-то? Неточный пас и перехват уже. Ребята, подключаемся. Как он содрался с ноги просто. Походу, нарушение какое-то было. Все нормально и будет, походу, створ ворот. Так, дальний широкий. Хорошо, давай пробьем. Штрафной удар. Можно сделать навесик, да, вижу. И можно сделать навес, но я, наверное, все-таки отдам пас. Давай дадим пас. Короткий пас и обработаем мячик. Так, вижу, на дальнем. На дальнюю дистанцию. Еще один пас на левый фланг. И можно даже остановить. Остановим, обработаем мячик. Ух, как умеет обрабатывать так. Нас все-таки отобрали мяч. Отдают дальний пас и куда-то вдаль. Да, мои ребят зажали, конечно. Нужно пробивать уже поворотом. Бить поворотом же. Так, неплохо. Очень неплохо. Отдаем пасик. Как с ноги содрали. Эх ты жесть. Хорошо, даже не буду переключать уже.
Нет, все-таки нужно уйти в защиту. Суперзащита пускай будет. Не оценить соперника нужно. Ребята, видно, сразу нервничают и реально боятся. Нужно забивать голы нам. Ну, хотя бы 2-0 мы должны, по идее, сделать. Так, подождем. Покуда слишком долго я ждал. Хорошо, нужно сразу же прессинг делать. Делаем прессинг, неплохо. Перехват. Сразу видно, ребята у нас маленько нервничают. И уже идем в атаку. Так, вернемся обратно. Вернемся обратно, дадим навесик. Хороший навес. И прям вратаря. Не то, что хотел. 25-я минута, друзья, и у нас уже 1-0-0 получается еще. Защитник слишком долго держит мяч, мне кажется. Дальние пасы, это, конечно, зря. Короткие пасы гораздо четче. Все нормально. Да, свистка не было, все нормально. Мы идем уже в нападение. Все в нападение, давайте. Центр поля, все-таки нам не дают пройти. Дальний пас сделаем. Еще дальний пас. Я не вижу, кто подключаться будет. Короткие пасы, парочку коротких пасов, и сразу же удар! Ох, вот это пробили, друзья! Обалдеть! Очень красиво пробили, просто в одно касание. Какая была распасовочка. Да, в одно касание, потому что я ближе не хотел подходить. Скорость была просто идеальна для удара. И просто от души. С левой ноги. 1-0, друзья, и мы ведем уже. А это то, что хотел. Я хотел, конечно, гораздо больше счет. И мы сейчас как раз будем пробовать что-то из этого делать. 33 минута. Ребят, походу, еще ни разу поворотом не ударили. Потом посмотрим статистику, конечно же. О, пошло нападение какое-то. Пытается что-то. Походу, что-то оживается. Ух, о, как остановили-то. Неплохо. Очень даже неплохо. Вот тут, конечно, зря. Нужно было больше, дольше обрабатывать. 1-1. Вот это, друзья, поворот. Одна ошибка и просто недооценил соперника. Ребята просто наказали. Зачем нужно было перепосылочка, даже непонятки. Нужно было подальше убивать. А он не стал сближаться и ударил маленько издалека. И пробил довольно точно. Мы, конечно, за красивый футбол. И мы продолжим. Так, давайте, ребят, посмотрим. Все нападения. Да, защиту я не уходил. Я просто включил все в нападение. И, конечно, игроков было меньше. Но давайте уже, конечно, нужно выигрывать. Мы теряем как-то маленько даже форму, играя с такими игроками. С такой командой. Так, неплохо проход такой. Довольно неплохо. И... да, походу все-таки ушел. На угловой. Ну, давайте посмотрим, что получится. Делаем хороший навес. Ух! Вот это было! Довольно опасно. У нас еще есть второй угловой. И что сейчас будет-то? Хороший навес. Не вижу игрока. Обработаем мячик, сразу отдаем пас. Пасик, и нужно уходить с пятаком. Ребята сразу выходят в атаку. Можно сделать, в принципе, навес, можно даже сами обойти. Так, вижу, есть игрок, открытый игрок. Неплохо. Удар, конечно же. Ух, довольно опасно. И нужно, конечно, сразу резкий пас. Ребята, подключаемся. Ребят, подключаемся, вижу игрок. Есть игрок, можно обработать. Ох, как мы его сделали. Красиво сделали. И проход. На дальний. Ох, кто не... на добивании никого не было. Закончился первый период, друзья. И посмотрим даже статистику. По статистике у нас получается больше ударов, владение мячом у нас больше, и отбор мяча у них больше. Ну, в принципе, неплохая статистика. Мы ведем. Хорошо, у нас 1-1. Мы продолжим. Так, продолжить матч. И второй период. Делаем ставки, друзья. Сколько таким счетом мы победим? Мне кажется, все-таки 3-1 мы должны выиграть. Так, нормально. Идем в нападение. Идем все в нападение. 3-1 должны сделать.
Так, отлично, вижу игрокам. Отдаем пас снова. Перепасовочка неплохая. Даем повышим. И дальний пас. О-хо-хо-хо. Вот это удар. Вратарь просто на месте стоял. Как из пушки зарядил. Мне показалось даже на долю секунды, что мяч полетит мимо. Но все-таки залетел просто в ворота. И походу в одно касание. Нет, успел обработать еще что. И в дальний угол. Куда и целился. Вратарь просто в шоке. И 2-1, друзья, мы ведем. Реально ощущается после периода, ощущается прилив сил игроков и забивается голы. Как в начале матча, так и в начале второго периода. И у нас 2-1 уже, конечно. Так, уходим в защиту. Нужно недооценить соперника, конечно. Уже один раз мы недооценили его. Перепасовочка. Зажимаем. Ребята делают короткий пас. Ну, не очень-то и точно, я вижу. Но все-таки пасуют. Что-то пытаются сделать. Какую-то комбинацию пытаются сделать. Так, идет удар. Нормально. Вратарь на месте. Так, можем даже отдать пасик. Дальний пас такой. Довольно точный. Ох, положили даже. Мяч, походу, у нас. Да, ребята, выбрасываем. Донор в правую сторону. И все уходим в защиту. То есть нападение. Так, отдаем пас сверху, вижу. Есть игрок, можно обработать, можно дать пас. Даже не знаю, что делать. Ох, задний пас, вот это было идеально сделано. Можно даже обойти маленько. Удар. Ох, 3-1, друзья. Это круто. Ну что уже, свершилось, 3-1. И надеюсь, еще парочков мы забьем. Неплохая распасовочка, был пас назад. И я выбрал очень резкий угол, довольно опасно. Но головы тут довольно красивые. Под большим углом, острым углом. Ребят, довольны, 3-1 мы ведем. Конечно, нас размочили. Все в нападении. Ребята, все в нападении и делаем прессинг. Мне нужен прессинг от вас. Так, пошел у них атака. У них пошла атака, нужно делать все-таки нападение. Нужно было защиту, удар. Довольно опасно было. Вратарь на месте. Ну, давайте посмотрим, что с угловым будет у нас. Хорошо, делаем, наверное, все-таки супер защиту. Ребята вернутся чуток обратно. И выбивать нужно. Главное, без нарушения. Ух, опасно было. Да, видно, что не смог он его обработать, а все-таки получается угловой. Ну, посмотрим. Навес неплохо. Очень даже неплохо. Ребята недовольны, маленько вспотели. И уже идем в атаку, значит. Отдаем назад, можно даже и вратарем сыгрануть. Но не буду рисковать все-таки. 3-2 мне не хочется. Мне хочется побольше забить уже красивых голов. А это довольно интересно получится. Нет, не успели. Ребята, уходим в защиту. Пускай будет обычно. Мы обычно сыгранем, и что у нас? Перепасовка идет. Идет перепасовочка, неплохо. Идет прессинг. Мне все-таки перепасовка довольно точная. Дальний пас, и нужно останавливать его. Мы остановили, подождали. Что происходит? Одного второго делает, он проходит. Он реально прошел 3-2, друзья. Как так он прошел, двоих сделал? Походу я теряю форму, играя с такой командой. Мяч очень неудобный и прям под штангу видно летел. Хорошо, у нас 3-2, и мы, конечно, все-таки пока ведем. Ребята, идем в полную защиту. Мы очень рискуем, конечно, сегодня играем просто на расслабоне, и уже 3-2. Много голов получается. Перепасовочком. Отдаем назад. Наперед и сразу рывком. Рывком нужно. Проход. Идеальный проход. Пас. Пас идеальный. И о-о-о, вот эта стычка. И походу будет все-таки угловой. Нет, просто выбивает вратарь. Хорошо, мы делаем все-таки, наверное, обычную защиту. Мы делаем защиту, ребята, даже вне игры находятся.
Перепасовка, перепасовка, довольно у них частые перепасовочки. И мне как-то это не очень нравится. Все, ребята, теперь мы в атаку пошли. Теперь в суператака и давайте забьем гол. Так, вижу игрока. Мы просто прорываемся, реально прорываемся, идем навес. Давай же навес. Что же это было? Даже маленькой непонятки. У нас получается угловой, и можно что-то даже придумать. Хорошо, делаем уже угловой навесик. И где ребят мои? Выбивает. Ну, неплохо. Так, на обработке. Мы на обработке, конечно, все в нападении. Так, уходим. Уходим на правый фланг. Делаем навес. Идеальный навес и удар. Ух, о, красиво. Спокойно кладем мяч в сеточку. Да, через все ворота, конечно, пролетел мяч. Довольно сложно было для вратаря такой взять. И ударили совершенно другой еще угол. Восемьдесят минут, друзья. И мы ведем 4-2. 6 голов целых. Довольно были красивые голы, и довольно они были некрасивые. И давайте попробуем еще раз забьем. Еще один гол можно пробовать забить. Либо соперник, либо мы. Ребята, мы идем супер нападением. Мы рискуем, конечно. Снова же рискуем. Ребята, идет перепасовочка. Пас наперед, и уже просто створ будем выбивать. Так, ну хорошо, давай быстренько выбиваем. Надеюсь, свистка не будет. И все-таки сможем одну комбинацию сделать. Ох, у нас... потеря мяча, друзья, и конец матча. 4-2, хороший счет. Если всем понравилось, пишите в комментариях, и мы увидимся в FIFA 2017 года. А с вами был Спикер, и увидимся. Всем спасибо и всем пока. Probing away, trying to find room for a shot, maybe. Bale! Sergio Ramos, able to cut it out. He's got his shot off now. And there is the goal that puts them level. Building steadily here, keeping possession. The shot's on, and Bale scores in supreme style. Ah, that's one he'd like to see again, a back heel, brilliant. Cristiano Ronaldo! There's some potential in this move. And now the shot! Great interception. Saw the goal and went for it. He scores right into the bottom corner. It's a cross from Gareth Bale. Cristiano Ronaldo! And Ronaldo's in, and Ronaldo scores.